Отдельный блок тренажерному залу решила посвятить. Часы работы. Зал простенький, маленький. Основные тренажеры кардио. Вот что из себя представляет. Ну, кто хочет, вот степы может, конечно, поделать, попробовать. Правда, не представляю, где они это будут делать. Велосипед обычный с нагрузкой. Здесь, честно говоря, так я и не поняла, как выставить сопротивление. Но, по-моему, там не работает. Такой велосипед. Фитбол. И получается у нас 4 беговых дорожки. Пресс, гантели и пресс также и руки. Попробуем.